Ну что, Русь, всем здравствуйте, приветствую, мы с вами продолжаем проходить Dead Space 2. Остаюсь с вами на прошлой серии вот здесь вот, записываю подряд, как бы почему бы нет, собственно, да. Остановились мы с вами здесь, поехали на вот этом вот, собственно, чудо-юде, корабле, и что-то остановило пути. И Айзек такой говорит: я оставайтесь здесь, я буду проверить. Он типа, блядь, супергеройчик, думаю, что он супергерой, но, блядь, конечно, понятно с ним, ладно. Я не видел прошлой серии, если вы постоянно находитесь на половине полного протяжения данной игры, подскажешь сверху справа, кстати, знак, если компас смотришь, да, если телефон чуть ниже описания спускаешь, там будет подсказки также, там прикреплена прошлая серия и половина полного протяжения данной игры. Вот, а так вот, Саша, поудобнее надевать пледик, для например, этот курс, пенчи, бить кофе или птиадой, приятного просмотра, мы, собственно, продолжаем проходить Dead Space 2. Блядь, музыка меня очень, кстати, ну, не радует, на самом деле. Не, ну охуенно чё. Блядь, да ну нахуй. Вы поняли, что тут сейчас будет, ребят? Я понял. Сообщение для тех, кто еще жив. Наша команда преследует нас. Наша мертвая команда. В живых остались только я и Элли. Боюсь, мы не выберемся. Нет, Калеб, вставай, я слышу всего момента. Я слышу, как они идут. Нет смысла умирать нам обоим, Элли. Беги, я прикрою тебя. Ты знал, что-то они будут. Аптек нету.
Это пиздец. Это полный пиздец, ребята. Да забейте просто. Сообщение для тех, кто еще жив. Наша команда преследует нас. Наша мертвая команда. В живых остались только я и Элли. Боюсь, мы не выберемся. Нет, Калли, вставай, осталось всего пара метров. Я слышу, как они идут. Нет смысла умирать нам обоим, Элли. Беги, я прикрою тебя. Нет, Калли! Калли! Это Калли, первая смена. У меня же была такая, да? Я ее продал. Военно. Во-во-во. Бля, патронов вообще, ребят, мало. Я вот вам серьезно говорю. Давай, давай, мразь. На нахуй. Чё, как Вил пососало, блядь? Там мои засади зарядился. Ебись. Где ты, мразь? Давайте, давайте, давайте. Сало пигу, блять.
тварь! На нахуй. Чё с ебалом? Знаешь, мне вообще по. Я такой человек, что мне вообще по. Бля, это вообще пиздец, ребята. Это, я хер его знает, как это проходить. Как-то проходить я реально не знаю. Это же вообще жесть. Забейте просто, блядь. Так, теперь давай походим с тобой, полутаем. Если снаряда кто-то еще будет, поэтому давай полутаем с тобой внимательно все. Полутаем с тобой быстренько, да? Потому что это нам нужно с тобой. Нам с тобой. Опа. Потому что, как говорится, любой лут очень хороший. Бабки, блять. Патроны бы лучше дали с хпшечкой, ебаного. Все, он больше не, ну он наполнился, ну ладно. Он чуть-чуть заполнился, ну ладно. Короче, он чуть-чуть наполняется, ладно, я понял. О. Охуенно. Я тебе говорю, оружие очень хорошее. Потому что вон там вот, блядь, непонятно мне, но ладно. Блядь, зачем мне ваши блядь, дайте мне хп-очку патрон. Вот это было бы неплохо, знаешь, блядь. Знаешь ли, блядь? Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Ну, хоть что-то. А я дальше пройду. Ебать, ты посмотри, чел. Это уже хорошо, это уже хорошо. За это вам спасибо. Спасибо, спасибо, игра. Спасибо. Вот такой темный-темный уголочек. Так вот я с собой возьму на всякий случай. Поехали. Теперь я буду спокоен, да, чтобы, ну, все будет норм. Твою мать. Да, честно, хочется снизить режим, ну, сложность. Хотя бы на один, на одну эту ниже сделать. Забрала у меня игра, все, понятно. Ну, поехали, чё. Лучше вот этим, я думаю, потому что у снайпа урон большой очень. То есть там с одного выстрела всего носится.
Я ж тебя попал, блин, ты мразь. Так и знал, блять. Ха-ха-ха, я так и знал, ты, блять. Я так и знал, так и знал, так и знал. Уже хороший разговор. А, все, здесь сохранение. Ну, видишь, возле сохранения. Ну, типа, я тебе говорил, что возле сохранения никогда не бывает. Ну да, видишь, либо вот было до, то есть до, то есть прям возле сохранения не было. То есть где-то не считаю, ну, это только хуй знает. Но, типа, чел, возле сохранения прям, ну, не. Видишь, до только сохранения. А прям около сохранения? Нет. Кстати, это первый раз, когда я так понимаю, около сохранения, прям реально, прям, ну, в одной точке, где сохранение находится, там, ну, то есть эта тема. А, нет, в первой части тоже такое было. Ну ладно, ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного. Ну чаще всего такое, понимаешь, чаще всего либо до сохранения от этим твари появляются, либо после уже, причем сразу же после бывает. Поэтому я про это тебе имел в виду. Но чаще всего так просто работает. Да, да, снайперские заряды, они у меня есть еще, ну так, ну на всякий случай говорю. Это мы с тобой продаем, это мы с тобой продаем, это мы с тобой продаем. Выходим, идем покупаем снова так же. Давай мы теперь, у нас 33 тысячи. Раз, два, три. Подожди, сколько у нас чего? 12, 4, 6, 15. Вот так пусть будет. Так будет правильно, ребят. Так будет 100% правильно. О, как хорошо. Как хорошо. Все, ребят, все нормально. Все, живем, живем, живем пока что по патронам. ХПшечки тоже. Смотрим, ХПшечки. Раз, два, три, четыре, пять. Три больших, две маленьких. Блин, снайпа мне, вот эта снайпа мне очень нравится. Вот этот, этот мне вообще резак, но я ей снайпой назвал, называю, блядь, с первой части, поэтому для меня тоже снайпа, она тоже хорошая. Ну вот, вот эта типа тема, она полезная здесь, нужна, короче, вот. В целом я взял те оружия, которые, ну, которым пользуюсь постоянно почти, да. Они тут самые нормальные, блядь. Вот. Хотя, видишь, игра не обязывает пользоваться вот этой штукой. На тех же вот этих, блядь, пеликанах, банах. Но я пользуюсь. Ух ты. Тут здоровенное щупальце блокирует транспортный люк. Оно обвилось вокруг огромной цистерны. Огромная цистерна? Трехлористый азот. Они взрываются при нагревании. Замечательно. Подожди, я просто так что стреляю? А, вот.
все, что ли? Сработало, мы снова движемся. Мы тебя подождем. Прекрасно, я вас вижу. Сейчас подойду. Блять, там сейчас арена будет ебаная, я тебе говорю. Да, это сейчас будет арена. 100% будет арена, блять. Эли, приготовься, еще одна. Ты рехнулся? Вон ту, в самом центре? Если ты подорвешь ее, здесь все взлетит на воздух. Именно. Скажи Стросу, чтобы держался. Шоу начинается. Ты кто, блять? Это кто? Не, ребят, ну это пизда. Я возьму несколько попыток. Давайте я возьму несколько попыток, чтобы его пройти. Это босс. Я возьму несколько попыток, чтобы его пройти. Если я не смогу, вообще никак, давайте я сделаю минимальный уровень сложности, чтобы его пройти. Ну, либо средний сделаю, да? При вас сделаю и... Эли, тут здоровенные щупальцы. Пройдем его, и туда уже не делать дальше что-то. Потому что это забей вообще, блядь. Трехлористый азот. Они взрываются при нагревании. Замечательно. Ну, блядь, открой. Ебанушка, блядь. Пизда, ребят. Это пизда, ребят. Это пизда. Это не босс, это, конечно, новые какие-то твари, блядь. Ну, я так и думал, что здесь будет ебаная арена, блядь. Ничего не меняется вообще, блядь. Оно билось вокруг огромной цистерны. Огромная цистерна? Трехлористый азот. Они взрываются при нагревании. Просто ничего не меняется. Вообще ничего не меняется, ребят. Вообще ничего не меняется. Сработало. Мы снова движемся. Мы тебя подождем. Прекрасно. Я вас вижу. Сейчас подойду. Эли, готовься, еще одна. Что? Ты рехнулся? Вон ту, в самом центре? Если ты подорвешь ее, здесь все взлетит на воздух. Именно. Скажи Стросу, чтобы держался. Шоу начинается. Не понял. Она не выпрыгнет? Да блять, это тварь!
Нет, надо сразу от нее бегать. Она прыгает, и я только ее. Да уж, это забейте. Да. Я знак еще сделаю. Вопрос с первого раза, ребят, ебашь, ты чё? Четыре штуки нужно. Они взрываются при нагревании. Замечательно. Подожди, я же могу отсюда сейчас еще одну взять. Сработало. Мы снова движемся. Мы тебя подождем. Прекрасно. Я вас вижу. Сейчас подойду. Схуяли! Не, наверное, вас сожрут. Элли, приготовься, еще одна. Что? Ты рехнулся? Вон ту, в самом центре? Если ты подорвешь ее, здесь все взлетит на воздух. Именно. Скажи Стросу, чтобы держался. Шоу начинается. Ну чё, поехали, ебать. О, бля, это пизда, ребят. Ебать, кто там? А, у меня нет этой хуйни. Они лезут через дыры в стенах. Я уж понял, блядь. Да что за хуйня? Иди нахуй, хуйня. Пешку полностью установили с тобой. Да это пиздец, забей вообще, блядь. На, блядь, хуйня, блядь. Это вообще забей, ну это... Не, это можно, блядь, но они из разных мест вверх прыгают, схуяли-то. Ты видел? Он вообще из-под пола, блядь, появился. Чего? Кал? Непонятная для меня штука вообще, из-под пола появляться бы. Они взрываются при нагревании. Замечательно. Я сейчас с собой возьму. Сработало. Мы снова движемся. Мы тебя подождем. Прекрасно. Я вас вижу. Сейчас подойду. Попадает. Что? Ты рехнулся? Вон ту, в самом центре? Если ты подорвешь ее, здесь все взлетит на воздух. Именно. Скажи Стросу, чтобы держался. Ну это пиздец, блядь. Просто, блядь, тварь такая-то нахуй. Пиздец. Ну попади ты по нему! А, он меня зажал, блядь, заебись. Да тварь, дай пройти-то нахуй. Бля, он меня зажал, слышь? Я застрял нахуй. Я просто застрял в нем, блядь. Я застрял, блядь. Боже нахуй. А есть смысл вообще его ебашить? Может вообще его просто стопить?
Ну реально, может, просто топить и все? Может, просто его стопить и все реально? Типа смысла никакого нет с ними башиться. Просто стопить, оп, взял туда, оп, фиганул и все. Вот эту тему. Я думаю, так будет правильно, да. Смысла, я думаю, с ним драться нету. Огромная цистерна? Трехлористый азот. Они взрываются при нагревании. Замечательно. Сработало, мы снова движемся. Давай, братан, появись. Элли, приготовься, еще одна. Что? Ты не слушай. Вон тут, в самом центре. Если ты подорвешь ее, здесь все взлетит на воздух. Ой, больно. Чтобы держался. Шоу начинается. Бля, вот это хуевая тема на самом деле. Это пиздец, да как мне пройти? Я хер его знает. Я реально хер его знает. Последнюю попытку беру пройти сейчас на этом уровне сложности. Если не получается, я меняю на средний, либо на легкий. Типа просто, чтобы пройти этот момент. Это вообще забей. Ну типа, ты видел, я застрял просто. Ну просто, типа, просто так застрял, блядь, и все. Сейчас просто, блядь, он просто подошел, пнул и все, и ББ, блядь. Ну что это такое? Трехлористый азот. Они взрываются при нагревании. Замечательно. Сработало. Мы снова движемся. Мы тебя подождем. Прекрасно. Я вас вижу. Да все, сосешь ты, блядь. Давай, давай, соси пищу, соси. Соси пибу, блядь. Бибу соси. Не, я даже его взрывать не буду, ребят. Я его даже взрывать специально не буду для этого. Пусть помучается, блядь. Все, отсосешь сейчас, блядь. Да я не могу, блядь! Меня хуйня, блядь, ебашит! Блядь, как мне пройти теперь сквозь него, блядь? Я не могу, блядь, сквозь него пройти, блядь. Куда мне бежать-то, блядь? А? Подожди, блядь, мне похуй. Успею, успел. Схитрил, ел, схитрил. Изи, блядь, изи. С одним челиком просто. Короче, я понял, как надо действовать. Все, это изи. Это изи. Надо одну ему эту лапу оторвать просто и ходить просто вокруг него. Он тебя не догоняет вообще никак. Погнали. На один момент уже сколько? Минут 20 проходим, 30, блядь. Ну, ребят, что я мог поделать? Я, во-первых, он не заходил, во-вторых, блядь, ну, я не знаю, что здесь как бы баги бывают, знаешь. Огромная цистерна? Трехлористый азот. Они взрываются при нагревании. Замечательно. Надо садись тоже качать, кстати. Сработало, мы снова движемся. Мы тебя подождем. Прекрасно, я вас вижу. Где он появится? Блять, серьезно? Все. Куда ты прыгаешь? Заебись, работает игра. Не, это изи момент пройти. Надо просто с одним бегать сейчас, с этим и все.
Да давай быстрее, блядь. Цистерна? Трехлористый азот. Они взрываются при нагревании. Замечательно. Сработало. Мы снова движемся. Мы тебя подождем. Прекрасно. Я вас вижу. Сейчас подойду. Элли, приготовься еще одна. Что? Ты рехнулся? Вон тут, в самом центре? Если ты подождешь ее здесь, то он влетит на воду. Бля, такой блан. Да это все, что, давай, соси хуй. Не-не, да больше. Со мной бегают, да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, пакет дал, мужик. Я поднимаюсь, блядь, поднимаюсь. О, кстати, надо забрать. Все, вот так надо было пройти по самому первому разу этот момент. Да уж. Фрэш, арена, конечно, но не сложно, но просто надо понять, как она работает, и все. Можно было, в принципе, с ними биться, но лучше одного просто, говорю, лапу просто отрываешь, и все, и просто бегаешь по уровню, тебе ничего не сделает особо. Он не настолько, типа, опасен будет, чем когда у него две лапы. Плюс надо стазис 100% качать, 100% стазис качать, потому что это вообще жесть. В иной ситуации я бы оценил вашу настойчивость, мистер Кларк. Чтобы он дольше, типа, что можно было дольше пользоваться. Но есть вещи куда важнее вашей жизни и жизни всех остальных на этой станции. Сэр, подготовка к эвакуации завершена. Похоже, это все. Боюсь, отныне вы мертвый груз. Айзек, что он имел в виду? Почему он сказал мертвый груз? Он использует луч солнечного кластера. Тормози! Сейчас же! Пиздец, осуждаем, только осуждаем. Он разрезал станцию пополам. Впереди уже нет рельс. Возвращаемся. Возвращаемся к станции. Что? Зачем? Элли, сделай, как я прошу. Ишимура, если его гравизахваты еще работают, я смогу. Зацепить рельсы и подтянуть их к нам? Это же бред, Айзек! Если получится выставить рельсы в одну линию, хоть на пару секунд, о, вы перепрыгнете, бля, через разрыв. Жди сигнала и присматривай за спросом. Айзек, нет! Это идиотский план. Привыкай. У меня полно идиотских планов. Я не сомневаюсь, мужик, что у тебя полно идиотских планов, блядь. Я тебя даже не сомневаюсь, понимаешь? Так, ну поехали. Поехали. Давайте, Морозота, чё? А чё, сзади может появиться? Не, спереди может появиться, сказать. Скорее, спереди сейчас что-то что-нибудь появится, какая-то мразь. Да уж, напряжная игра. Напряжненькая игра. О, нихуя, смотри, восстановил стазис. Нормально. Так, мне похуй, я вон туда сейчас запуляю одну. Сразу же вот сюда. Минус одна. Глава 10, ребят, глава 10 сразу. Мы с вами главу прошли, кстати. За две серийки-то. Сейчас глава 10 у нас с вами идет. Сейчас еще две.
Знакомое место. На мостике должен быть компьютер. Шмура. Попробую проверить. Знакомое место. Корабля с него. Ты там как? Судя по голосу, ты нервничаешь. Последний раз, когда я был тут, дела были плохи. Я с тобой свяжусь. Нихуя, так это первый же корабль, который мы в первой части, мы здесь были. Да, это на прикинь, это с первой части корабль, нормально. Только двери чуть другие какие-то, да, двери другие, они ну, так вверх открывались, они были, ну, без этих железяк, вроде как. Ну, а так, прикинь-то, знакомое место, говорю, мы здесь были. В первой части-то. Ну, примерно здесь. Мы отсюда сбегали, да. Мы отсюда сбегали. Да-да. О, знакомая. Так, что здесь, как? Ну, погнали, надо до сейва дойти в любом случае. Блядь, сейчас будет здесь вообще пизда, ребят. О, сохранялка. Все. Давай сохраняться. И в следующей серии будем проходить дальше. Спасибо за просмотр. Такая серия была. Вернусь с вами оттуда, откуда начали, грубо говоря. Поэтому как так. Увидимся в следующих сериях. Давайте.